п'ятому раунді. Шоу «Х-фактор». Залишає Марія Кацева. Дима, девочка, крутышечка. А вчера вот уехала, я приехала после репетиции, села. И вот накатило вот это чувство одиночества, непонятно. Вона для мене була абсолютно темною конячкою. А тепер я розумію, чому її взяли. Вона найсильніша вокалістка категорії дівчата, однозначно. Даша Ковтун – це український самородок. Вона обладає от такими всіми качествами, свойствами, на яких я зараз так восторжено відзуваюся. Я, безусловно, изменилась на X-Factor'е. Я каждый день меняюсь, потому что я узнаю что-то новое. Я открываю для себя что-то новое. Я чувствую что-то новое. Здравствуйте. О, здравствуйте. Привет, Алёша. Я Серёжа. Привет. Я Алёша. Я Даша. Привет, Даша. Мне кажется, что Даше было чему поучиться. У девушки, которая представляла в своё время честь Украины на Евровидении, на минуточку. Но ты выходишь петь, ты выходишь говорить о чем-то важном. Mm-hmm. И нужно заставить всех людей сопереживать тебе. Что, запишем? Я пока все держу в голове. Она очень внимательно слушает, что ей говорят. Она хочет учиться, она хочет развиваться. Это самое главное. Я все понял, я благодарна за советы. Я постараюсь все учесть и потом отчет о проделанной работе. Хорошо. Там внутри у нее ураган, буря. Она скрывает это за, вот кажется, такой хохотушкой. Попью чайку. Тебя окружает огромное количество людей, но каждый в себе. И не всем есть дело до того, кто на самом деле есть ты. Я стала понимать эту вещь только здесь. Осознавать вот это одиночество внутреннее. Для нее встать и выйти к микрофону – это значит решить проблему этих вот переживаний, которые она тщательно скрывает, тщательно хоронит внутри себя. Для меня лучший мой язык – это музыка.